вам презентуем наш стенд и начинаем с нашей мажорной ноты. Яркий, узнаваемый участник и победитель ралли «Дакар» КамАЗ из Набережных Челнов первым привлек внимание зарубежных гостей. Его по праву можно считать гордостью татарстанского автопрома. Здесь стоит двигатель фирмы «Ликхер». Ну, естественно, он доработанный мотористами команды «КамАЗ Мастер». Здесь около 1000 лошадиных сил и крутящий момент 4000. А этот двигатель не наносит вреда природе. Производство тоже Татарстан. Работает он исключительно на метане, природном газе. Но это не единственное его преимущество. Мы его доработали, добавили сюда систему моноподачи e-control. То есть в механику добавили немного электроники, сделав его поумнее. Здесь имеется ГЛОНАСС, то есть даже находясь в другой точке света, мы можем диагностировать этот двигатель. А это уже чешский автомобиль. Его активно используют в строительстве и нефтехимии. Собирают такую махину частично за рубежом. А вот 32% составляющих наши – это кузов, диски и шины. Со временем в Татарстане будут собирать и голову этого грузовика – кабину водителя. Идут переговоры о перемещении штамповочного цеха из Чехии в Татарстан для того, чтобы уже производить кабины. Более 150 предприятий России и мира. В пятый раз международный автомобильный форум собирает ведущих производителей отрасли в Казани. В этом году он впервые развернулся на площадке «Казань-экспо». Для участников это возможность не только обменяться опытом, но и выстроить деловые связи. Мы рады, что сегодня это уже не просто разрозненные производственные предприятия, а можно сказать, автомобильный кластер, который занимается производством как легкового, так и грузового автомобильного транспорта. Мы рады поддержать форум. Это хорошая площадка для профессионалов, чтобы делиться опытом. Кроме того, автомобильная индустрия развивается очень быстро, особенно в части разработок. Уже сегодня на форуме обсудили одни из ключевых вопросов отрасли. Это экспорт, налогообложение и поддержка государства. Завтра в Казань-экспо пройдут переговоры автопроизводителей и оптовых закупщиков. На третий день форума участников ждет поездка в Елабугу на производство Ford Solers. Зарина Ахметова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.